стихотворение Бориса Новикова «На войне». Давно ушла от вас война, седыми стали ветераны, и 45-я весна, да не лечит ваши раны. Вы отстояли мир в боях с врагом жестоким и коварным, и навсегда в людских сердцах ваш подвиг будет легендарным. И сколько весен не пройдет, одно мы помнить будем свято, весну которую народ великое дело 45-го. Ах, война, что ж ты сделала, подлая? Стали тихими наши дворы, наши мальчики головы подняли, повзрослели они до поры. На пороге едва помаячили и ушли за солдатом в Афган. До свидания, мальчики, мальчики, постарайтесь вернуться назад. Нет, не прячьтесь, вы будьте высокими, не жалейте ни пуль, ни гранат, и себя не судите вы. И все-таки постарайтесь вернуться назад. Ах, война, что ж ты подлая сделала? Вместо свадеб, разлуки и дым, наши девочки платьица белые раздарили сестренкам своим. Собаки? Ну куда от них денешься? Да зеленые крылья погон. Вы наплюйте на сплетников, девочки, мы сведем с ними счеты потом. Пусть болтают, что верить вам не во что, что идете войной наугад. До свидания, девочки, девочки, постарайтесь вернуться назад. Ты, извини меня, солдат, что не могу сказать ни слова, что слезы в горле снова-снова, что я молчу, смотря в глаза. Повестка, сын погиб на фронте, он воевал, он был солдат, он столько верст прошел в пехоте, он так хотел прийти назад. Мечта сказать: откройте двери, вот я, ваш внук, ваш сын, ваш брат. Он так в победу нашу верил, он никогда не прятал взгляд. И до сих пор в душе обидно, что не пришел солдат домой. Над безымянной могилой стоит негаснущий огонь. Промчались годы горевые, но мать к порогу выйдет вновь. Нет ничего сильнее в мире, чем материнская любовь. Мальчика из усы не пришло. Расул Гамзатов, «Журавли». Не кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса. Не потому ли так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса? Летит, летит по небу клин усталый, летит в тумане на исходе дня, и в том строю есть промежуток малый. Быть может, это место для меня. Настанет день, и с журавлиной стаей я поплыву в такой же сизой мгле, из-под небес по птичьей окликая всех вас, кого оставил на земле. Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. На братских могилах не ставят крестов, и вдовы на них не рыдают. К ним кто-то приносит букеты цветов, и вечный огонь зажигают. Здесь раньше вставала
земля на дыбы, Владимир Высоцкий, а нынче гранитные плиты. На братских могилах ставят крестов, и жены на них не рыдают. К ним кто-то приносит букеты цветов, и вечный огонь зажигают. Здесь раньше вставала земля на дыбы, а нынче гранитные плиты. Здесь нет ни одной персональной судьбы, все судьбы в единую слиты. О вечном огне видишь вспыхнувший танк, горящие русские хаты, горящий Смоленск и горящий Рейхстаг, горящее сердце солдат. На братских могилах нет заплаканных вдов, сюда ходят люди покрепче. На братских могилах не ставят крестов, не ставят. Но разве от этого легче? Но разве от этого легче? Ни один пусть не рвет снаряд, ни один не строчит автомат. Оглушали пусть наши леса только птиц и детей голоса. И пусть мирно проходит года, пусть не будет войны никогда.